Отче наш, Ты же есть на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на земле, так на небе. Хлеб насущный дай нам на сегодняшний день, и прости грехи и долги наши, якоже и мы прощаем согрешившим против нас. Не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Царствие Твое. Есть и слава, и сила, и воля во веки веков. Аминь.